Дан старт 5-го заезда лошадей 2-летнего возраста орловской рысистой породы. Старт принял 4 лошади. Сдает доклад. Сдает Ряженко. Модель пока идет на первой позиции под управлением Некрасова. Сейчас 2,3 первая четверть пройдена. Модель на первой позиции под управлением Некрасова. У Мурашки сбой. Сбоит Ряженко. Лошади входят в поворот. По-прежнему модель на первой позиции под управлением Некрасова. Сбой Ряженко. 44,9 четверть пройдено. Лошади по дистанции растянулись на значительном расстоянии, но бегут впервые. По-прежнему модель на первой позиции. Входят в поворот. 47,6 пройдена четверть. Выходит на финишную прямую модель под управлением Некрасова на второй позиции. Лошадь пытается приблизиться.